Но еще более ужасная херня — это видос, где реально чувак заклеивает себе жопу суперклеем. А еще, так про что я, перчик-то чили в жопу-то засунуть? Ему, короче, сначала: твою мать, это что за говно? Беги, 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 в туалет, в туалет. Ну что ж, здравствуйте, друзья, товарищи, вы на канале Hash Playground, меня зовут Иван. И мы продолжаем играть в SCP. К сожалению, оно сохранилось вот где-то здесь. Но как бы, камон, какие проблемы. Так, файлы подготовлены. А что, я никуда больше не могу нажать? А, да. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Продолжаем. Здорово, Карл. Ну, как ощущения? Честно говоря, мне немного по себе. Есть у кого аспирин? Мне бы пару таблеток. Ну, давай. Будем таким шутничком. Эй, чувак, только не блюй на пол. Отцепись от него, Стюарт. Ну как так? Вечно меня прерывают. Карл, это было только начало. Тебе нужно свыкнуться, привыкнуть с этим жить. Ну чё, понял? Понял? Ладно, Карл Астанас говорит, понял, не тупой. А еще? А еще что, ты сейчас про Рика и Морти что-нибудь скажешь? Все хотят тебя чему-нибудь научить, Карл. Прими как данность. Ну хватит, Стюарт. Спасибо, мне уже, говорит, лучше. В любом случае... Добро пожаловать в нашу команду. Теперь я в команде. Чат переписочный. Прошедший час был каким-то мучением. Не знаю, как другие держались. Я напортачил на обучении. Спрыгнул со скалы, упал в ледяную воду и нахлебался ее. Не знаю, с чего я вообще все это помню. Потому что вроде бы не был ни на каких скалах или водопадах. Но все было так реально. Мерзкий вкус речной воды до сих пор ощущается во рту. В любом случае, это мой первый день в фонде. Надо сходить в столовую что-нибудь поесть, может, так моему желудку полегчает. Ну, Карл, ты не очень умно поступаешь сейчас. А мы пойдем в столовую пешком или что? Выполняется запуск системы СИПа. А, то есть он сходил и заново пришел сюда. О, смотри, зона 73. Ученые зоны 73 создали материал, способный выделять и поглощать невероятное количество энергии. Отдел развития аномалий надеется построить новые камеры содержания с применением этого материала. А, ну тут я, короче... Я понял. Здесь я никуда не могу зайти, я могу только потыкать и почитать. Зона 45. Всего за 20 минут до предполагаемого обрушения урагана Бет на порт Хедланд, Австрия, его... Категория была неожиданно снижена с третьей до первой. Эксперты в фонде полагают, что эта аномалия связана с появлением объекта SCP-2285. Зона 45 пыталась направить в эту область команду МОГ в целях сдерживания объекта SCP-2285. Но операция была заблокирована комитетом по этике. В настоящий момент вопрос о необходимости сдерживания объекта остается на рассмотрении и обсуждении. Понятно, короче. А здесь мы куда-то можем ткнуть? Нифига. А здесь возвращаемся на эту зону. Окей, друзья. Здрасте, Чак Ауэр, это наш директор. Ну давай. Что ты мне сегодня дашь, пес? Давай, директор Ауэр, давай. Покажи мне, что ты можешь. Эй, Чак. Почему у меня опять в поле посылают? В зоне 74 что-то случилось, персонал из других отделов отправили на помощь. Так что на нас свалилось больше полевой работы. Как я и говорил, надо переименовать наш отдел в отдел отпущения. Хватит причитать, Гент. Карл, как ты себя чувствуешь? Готов к новой работе. Давай, кидай мне скорее свой файл. Хорошо, говорит. Вот тебе первое задание. Посмотри архив и отсортируй записи в соответствии с требованиями. Это только на словах, легко, иди и выполняй. Я справлюсь, босс. Йоу. Йоу, босс, я справлюсь. Слышь, пес. Босс, пес. Еще кое-что, МТИшник. МТИшник. Строго соблюдай правила и ничего не делай без разрешения. Я не идиот, но спасибо за совет. Вспоминаю себя на первом задании. Ваба-лаба-даб-даб. Это же из Рика и Морти. Ладно, пошли. Все, давай. Файлы. Окей. Нажмите на текст подчеркнутый красным. После нажатия активируется эффект перетаскивания данных. Перетащите его в нужную область файла. Нажмите левую кнопку в области файла, чтобы освободить данные. Данные будут автоматически загружены. После заполнения всех данных в файловой области нажмите «Отправить». Нажать. Я агент Q из отдела по расследованию инцидентов.
На станции Пони произошло нарушение содержания, и контакт с фондом был потерян. Агенту Белли Лоуренс было поручено прибыть на станцию Пони и забрать черный ящик. Ниже приведена стенограмма интервью с Беллой Лоуренс. Чё? Это все? О, мы куда-то едем. А, это я не управляю, это видео. Да, это видео. Или не видео? Погоди, я не понимаю. Кто-то тупит. Пульс 105, давление 175 на 10, легкие судороги, ввести 5 миллиграммов метопролола для нормализации давления. Чу, хорош прыгать. Соседи. Ау. Совсем с ума сошли. Белла? Белла? Ох. Тебе что, больно? Тебе неприятненько? Похоже, лекарства подействовали. Задавайте свои вопросы, только быстро. Не знаю, сколько еще она пробудет в сознании. Где черный ящик, воробей? Ох. Ну так себе у нее ощущения. Вряд ли ее это можно. 3 дня назад тебе было поручено провести расследование в зоне 74, станция Пони. Ты должна была забрать черный ящик. А теперь отвечай, где он? Я... ничего не помню. Везла его. Такая держала в руках, и как бы все было норм. Я его принесла. Я принесла черный ящик. Не ври нам. Ты ничего нам не приносила. Нет, этого не может быть. А я помню, я выполнила задание. Я клянусь, я... Черт, моя голова. О, май гад, моя голова. Все, голова поехала. Хорошо, это не допрос. Мы здесь не для того, чтобы обвинять или тыкать пальцем. Ну давай. Попробуем потыкать вас пальцами. Даже учитывая, что мы здесь не для этого. Там как будто кто-то на скакалке скачет. Белла, мне ужасно жаль тревожить вас в таком состоянии, но нам чрезвычайно важно найти этот черный ящик. Нам нужно знать, что произошло на станции Пони. Пони. Станция Пони. Но у меня в голове все смешалось. Ничего, мы не будем торопиться. Давайте постепенно. Предлагаю начать с того момента, как вам выдали задание. Расскажите, что вы помните. Все помню. Окей, я попробую. Той ночью... Направляюсь на задание в зону 74, станция Пони. Буду на месте примерно через 3 минуты. Хорошо, воробей. 48 часов назад фонд потерял связь со станцией Пони. Там ведутся эксперименты с SCP-701. Есть основания подозревать нарушение мер содержания. По нормам безопасности фонда 709S, там должен быть черный ящик, помещенный в безопасное место. Он позволит определить причину инцидента. Что такое SCP-701? Ты должна разобраться в ситуации и доставить черный ящик. Принято. Трагедия о повешенном короле. SCP-701. Ладно, я на месте. Пьеса в 5 актах. Трагедия о месте, написанная во времена Карла I Стюарта. Чё? SCP-701 — это трагедия о повешенном короле. Интересно. Удерживайте shift, чтобы ускориться. Давай, ускоримся. Это что? Unauthorized person only. Или я вижу отсюда нужное здание, но оно не похоже на охраняемый объект фонда. Ну да, вообще не похоже. Напоминает... Станция Пони, известная как Зона 74, была гидроэлектростанцией. Когда ГЭС забросили, фонд превратили ее в свою зону. Станция использовалась для сдерживания аномалий безопасного уровня, но недавно была захвачена SCP-701. Почему? Всех подробностей я не знаю. Мы не узнаем правду, пока ты не достанешь черный ящик. Ясно. Я выполню задание в соответствии с инструкциями и заберу черный ящик.
Простите, пожалуйста. Это было очень, очень неожиданно. Сраный олень. Так, что такое? Что? Ага, я понял, да, все хорошо. Так, хорошо, идем, смотрим, что здесь. Блин, соседи, простите, вы, конечно, тоже прыгаете, а я пару, пока вы прыгаете. А, собираем счетчик Канта, прибор, который может измерять уровень Юма в локализованной области, оперативно отслеживать скорость искажения реальности. А, якорь реальности Скрентона, прибор, который может стабилизировать уровень Юма окружающей среды, одно из наиболее эффективных средств противодействия искажению реальности, поскольку способно эффективно снизить риск для психики в определенных областях. И Y-блокирующий агент. Y какой блокирующий агент? 60 мл на инъекцию. Находясь под влиянием искажения реальности, субъект может ввести этот блокирующий агент. Погоди. Да, все правильно. Ввести этот блокирующий агент для блокирования аномалий, передаваемых через нейротрансмиттеры с целью кратковременного восстановления восприятия реальности. Мгновенный снимок черного куба. Это цель задания. Ой. Таб для открытия коллекции. Ага. Сзади ничего нет. И все. Больше ничего нет. Я понял. Пойдем. Пойдем. Я так понимаю, нам сюда. Сраный олень. Вот серьезно. Грёбаный олень просто. О, рогатый пес. А можно в припрыжечку бежать, нет? Нельзя, жаль. Так, а что потемнело все? Я вошла на станцию. Вообще-то нет. Завери черный ящик из лаборатории. Комната 705. Вызови лифт на 7 этаж. Воробей, ты должна... Что, орел? Ты пропадаешь. Воробей. Черт. Значение вне безопасной зоны. Я поставлю якорь реальности. А как? F фонарик включает. Поставить якорь реальности. О. Господи, в оба уха мне так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Такой, эй, привет, 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 привет. Херню какую-то он мне сказал, наверное, матерился. Скорее всего, матюкался. Так, это что? Открыть? Ой, какой ужасный звук. Так, и что у нас здесь? Вообще похоже на электростанцию. А, ну вообще-то это электростанция и была. Это что? Можно посмотреть. О, монетка. 25 центов выпущенного Гая. Прикольно. А! Это что такое? Серьезно? Вы меня так пугать будете? Так, собрать. Форма запроса ресурсов. Сцена, размер, дворец. Понятно. Херня какая-то. Воспроизвести. Все планы, включая график проекта, пошли псу под хвост. Им удалось черт знает где раскопать эту проклятущую пьесу и захватить мою лабораторию. А еще этот доктор Купер, или как там его... Он трубит в эфире о каждом сеансе своей работы, будто все должны его слушать. Придется ему напомнить, кто тут главный. Мне кажется, соседи дадут мне пиздюлей, если я буду продолжать орать. А, ну ладно. Они все равно там топают, прыгают, а я могу орать, значит. Это можно сюда посмотреть, нет? Нельзя. А сюда посмотреть можно? Что такое? А, это какие-то птицы такие. Ква-ква-ква-ква. Подожди, птицы квакают? Или птицы чирикают? И сверчки, слышу, сверчков. Это ужасающе. Наводит немного шороху, знаешь ли. Так, здесь что-то есть? Блять, сука! Давай, здесь нет ничего, что ли? Весь дежурный персонал не должен уходить раньше времени, отсутствовать на рабочем месте строго запрещено. Сотрудники, которые не могут исполнять свои служебные обязанности с обстоятельствами, должны незамедлительно связаться с соответствующим руководителем зоны. Весь персонал должен строго соблюдать предписанные положения и правила, касающиеся доступа к секретным материалам. Весь дежурный персонал должен достоверно и безошибочно заполнять форму проверки. Если сотрудник не может справиться с заполнением формы самостоятельно, он должен немедленно об этом сообщить. Запасной ключ от комнаты 101 лежит под цветочным горшком в вестибюле для посетителей. Просьба после использования вернуть его на место. Комната 101 в вестибюле для посетителей под горшком. О, ключ. Ага.
Отлично. Ключ есть. Это что? Сегодня я прочитал протокол исследования SCP доктора Джорджа Томпсона. Господи, он все это время для сравнения ставил эксперименты на шимпанзе. Что он творил? Разве он не понимал, с чем имеет дело? Что за бардак? Теперь я понимаю, почему фонд уволил его со станции Пони и поручил это дело мне. Эксперимент шел не в том направлении абсолютно. У SCP огромный потенциал. Я применю новый метод изучения. Быстрый, эффективный и прямой. Начинаем завтра. Доктор Тайлер Купер, слыхал о таком? Немного чудаковатый, любит острые ощущения. А-а-а. Это когда перчик чили себе в жопку вставляешь, вот это острые ощущения. А все остальное это не острые ощущения, знаешь ли. Нет, я, конечно, так не пробовал, но, возможно, знаете, кто-то допробовал. А знаете, что самое забавное, что я видел за свою жизнь? Так, это что? А, это лифт вверх-вниз? Типа, что это, я его сам, что ли, двигаю? Самое идиотское и дебильное, что я видел в своей жизни, это, знаешь, был, короче, стендап одного комика. Такой, ну, мне нравится этот комик, он прикольный, это поперечный Даня. Блять, что это? Ты чё тут делаешь? Ты чё тут, пёс? А? Гнид грязная, ты чё? Кошмар какой. Короче, выступал он, говорит, типа, сидел я, короче, и думал, что чё можно найти в интернете, типа, да, там, какую-нибудь херню. И ведь в интернете реально можно найти какую-нибудь херню. Короче, он сидел, говорит, в 3 часа ночи загуглил, что будет, если... Блять. Нажраться слабительного и заклеить себе жопу суперклеем. Кто победит? И такой видос реально есть на Ютубе. То есть, ну, реально. То есть вы можете его посмотреть, можете загуглить. Блять. Манекены. Вот манекены это... Он же там стоял. Погоди. Реально, можете загуглить. Чё, блядь? Манекены. Это жуткий... Так, стоп, Авито. Звонок по объявлению. Добрый вечер, говорит Кирилл Муратов. Не знаю, кто ты такой. И мама звонит. Мам, я перезвоню, короче. Список покупок. Ой, понятно. Фух, так. Добрый вечер, говорит Кирилл Муратов. Кошмар какой. Короче, смотри. Да, ты реально можешь реально загуглить. Что будет, если выпить слабительного и заклеить жопу суперклеем? Или что-то вроде слабительное против суперклея. Что-то либо как-то так, либо как-то по-другому. Так, и чё это? Что это за придурки? Ребят, у вас все хорошо? Все должно быть хорошо. Дальше. Идем. Так, смотри, а вот и лифт. Мне на 7-й этаж. Ну, нужна карта для входа. Я так и подумал, что, скорее всего... Блять. Вот двери-то даже нету. Я ссу. Вот сейчас я реально ссу. Вот прям я давно уже в хорроры не играл. А, это что? Исписанный лист. Дань кровью оплатили мы королю, которому служили. Прими же кровь мою, повешенный король. Смерть от петли блаженна, как жертва за грехи. Что это? Какая-то пьеса? Блядь. Это было неприятно. А, да что ж такое-то? Почему звонят? Вот потом позвоните мне через пару часиков. Так, Е надо нажимать. Ага. Все, мы что-то вкололи, короче, чтобы себя стабилизировать. Ух, вот дерьмо. Это все? Я хорошо знакома с когнитивными угрозами, меня научили справляться с ними, но это было что-то другое. Я не могла дышать, как будто у меня на шее была петля. Я словно висела в воздухе, задыхаясь, как бы я ни боролась, ничего не помогало. И правда ужасно. Но может, это был всего лишь кошмар наяву? Нет, от кошмара мы просыпаемся. А я не могла проснуться.
Я не могла проснуться, да, или как-то так. Ну, короче, как-то так. Так, что, мы уже на лифте едем? Почему мы вниз едем? У меня еще... Почему... А, подожди. Четвертый. Вы издеваетесь? Да. Ох, опять якорь реальности надо поставить. Блин, смотри, опять эти манекены сраные. Вот это прям срань последняя. Манекены. Они ведь надо мной издеваться сейчас будут. Они ведь сейчас будут надо мной издеваться, будут охотиться за мной. Заблокировано. Заперто, окей. А, твою мать. Манекены это просто... Манекены это просто ужасная херня. Но еще более ужасная херня это видос, где реально чувак заклеивает себе жопу суперклеем. А еще, так про что я перчик-то чили в жопу-то засунуть? Ему, короче, сначала... Твою мать! Это что за говно? Беги! 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 В туалет! В туалет! Чё? Ты шутишь, да? Ты сейчас шутишь. А, герцог Сартины, как ядовитый змей, сжимаются кольцом судьбы оков, а так и мое очко сейчас сжимается. Не только мне, но и тебе исходный... Исход сей уготован. Страх, вечный спутник тех, на ком проклятие смерти. Избавь меня от этой болтовни, Петруччо. Хранить молчание должно мертвецам. Петруччо затягивает петлю и душит Сартина. Сартина, предатель, узурпат. Да не надо, пожалуйста, меня так пугать. Меня соседи выселят. Здесь есть кто в сортире? Кроме кровища, смотри. Help. I need somebody. Help. Так, я развернулся. Опа. Это что написано? Ё-моё, тут все исписано. Я не отражаюсь, смотри. Ха-ха, 2022 год, я в зеркале не отражаюсь. Мне кажется, я вампир. Блять. Эти все страшные, ужасные звуки. А можно дверь за собой закрывать, пожалуйста? А я могу умереть здесь, простите, пожалуйста? Или похи... О, еще один сидит. Как у вас получается сидеть на очке? Изабелла, коль ложь монархов изложить всю на бумаге, то писаря рука не опускалась, пока бы дух не испустил с устатка. Служанка Беатрича, императрица, лорд Антонио явился. Что, мой отчужденный сын, что привело его ко мне в обитель? Скорей подай мне лучшее из платьев и приготовь бокал вина с отравой. Исполнено все. Служанка Беатрича уходит, Изабелла. Вся горечь правды в том, что список лжи опять пополнит мое имя за заговор. Придется заплатить тому, кто плоть и кровь моя. Чё? Блять. Чего? Не надо так, пожалуйста. О, твою мать. Ну да. А, то есть нам сюда не надо, слава богу. Кто-то подолбился в дверь, а нам сюда не надо. Это очень хорошо, потому что... Это когнитивная угроза. Она может быть как-то связана с SCP-701? Это, блядь, не когнитивная угроза. Положение гораздо серьезнее, чем я ожидала. А, я не хочу сюда, да? Ладно. Спрыгивать, да, сюда вниз все-таки надо, да? Ага. Смотри, вот там один манекен есть, окей? Ой, их тут несколько. Стоп, давай посмотрим, здесь что? Проверить. А, почта отправленная госпожа Ирен Мейбл. Недавно госпожа Аманда, бывшая ассистент директора Тайлера Купера, была понижена из отказа выполнить распоряжение доктора Купера. В ходе эксперимента 16 числа ей ввели амнезиак класса А и вывели из зоны. По запросу доктора Купера руководство зоны решило передать вам освободившуюся должность, значит, ваш старший... Ла-ла-ла-пам-пам. Понятно. Что-то там в комнате 711. Так. Ага, вот эти штуки. Стоп. Блин, я не хочу к этому чуваку подходить. И вот к этому не хочу. Я сейчас у него возьму эту штуку. Действующие лица: Антонио, Гонсало, Франциско, сцена, постоялый двор. Понятно. Сука. Давай, отсюда сейчас манекен выпадет. Нет? Значит, отсюда. Еще одна.
19 декабря в актовом зале Принчестерской средней школы произошел громкий инцидент с участием нескольких учащихся. Происшествие сопровождалось массовой дракой и беспорядками. Сообщается, что инцидент произошел в актовом зале во время, после того, как все участники были, зрители в зале начали нападать друг на друга. В результате 13 человек погибли и 27 получили ранения. Причина происшествия на данный момент неизвестна. Сколько документов? Должно быть, это архив. Так, это Гонсало убивает одного. Ёб твою мать! Ты конченый, что ли? Ты совсем долбоёб? А, нужна круглая ручка. Зашибись. Пошли искать. Можно дверь закрыть за собой, пожалуйста? Вентилятор, да. Мне бы сейчас под жопу вентилятор не помешал. Это что? Это... Странные дела творятся в последнее время. На объект прибыла куча людей, которых мы не регистрировали. Я слышал, что Купер с командой репетирует пьесу и что все участники должны каждый день фиксировать свое состояние. Мой эксперимент пришлось приостановить, им просто некому заниматься. Это неправильно. Я напишу министру и сообщу, что кое-кто злоупотребляет своим служебным положением. Вот собака, кто там? О! Нажмите Е, чтобы сменить изображение. Дискеты, кассета, нож. Не понимаю, зачем мне это нужно. Но, скорее всего, зачем-то это мне... Сука. Я так и знал. Я так и знал. Сейчас и этот пропал. А этот на месте. Но он чуть-чуть двинулся. Давай. Поворачивайте мышью. О-о-о. Понятно. Давай еще раз. Чуть-чуть вот так. Оп. Все. Хватит этого, чтобы залезть. Ах, собаки. Ух, напугали меня, на самом деле. Напугали, я прямо усрался немножко. Усраться не усрался, конечно, не до конца. Еще, но еще чуть-чуть прямо, и это... И будет готово. Это даже не смешно, ни хрена. Это, бляха-муха, страшно. Собрать. Поначалу большая часть местного персонала боялась участвовать в этом проекте, но когда мы раздали нескольким добровольцам материалы, они быстро пошли по рукам, число желающих резко возросло, что послужило причиной, мне пока не ясно, но это определенно хороший знак. Теперь я мобилизовал для участия всю станцию. Так держать, я смогу проявить себя, я выжму эту возможность от досуха. Что такое, черт возьми, этот SCP-701? Пусто? Сейчас где-то вот вылетит, блядь. Где-то что-то сейчас произойдет. О, мыши даже. Мыши не испугали меня. Блядь. В смысле? Отвалите, пожалуйста. А, так, а это случайно не СЦП-лестница, а? Наконец-то повезло. Теперь я точно попаду на 7-й этаж. Так, 4-й этаж. Ага, сейчас, блядь. 3-й этаж. А, подожди, то есть 4-й нижний этаж, то есть минус 7-й этаж мне нужен, а не 7-й наверх. Так, 5-й, это что? Трагедия повешенного короля, пожертвовать всем, уведомление о репетиции. Да, понятно. Объявление о репетиции, типа что? Камон. 6-й этаж, ни хрена. О, что-то знаешь так это... Поп... В смысле 4-й этаж? В смысле 4-й этаж? Что это? Это SCP-лестница, что ли? Возможно, чтобы отсюда выбраться, надо что-то сделать с этими часами. Я не понимаю. Ладно, подожди, был день. 5-й этаж. И здесь, скорее всего, нужно тоже покрутить. Вот так. А, там была же подсказка, типа, какие часы куда надо пихнуть. Опять 4-й этаж.
Кто-то мне в ухо шепчет. Перестаньте. Перестаньте мне в ухо шептать. Это не сексно. Погоди. Вот эти, скорее всего, надо просто на один перевести, да? Ой! В смысле? А как это так? Охренеть. А чё, почему лагает? Стоп. Залагало, очень сильно залагало. Ага, сейчас опять надо будет якорь поставить, да. Первый раз вижу такое низкое значение, оказывается, все куда хуже. А, это канализация, здесь вода, и, скорее всего, из-за воды очень сильно так лагает. Хотя, вроде, не очень сильно лагает. Подожди, это что сейчас было? Блять. Что это за вонь? Когда они тут последний раз убирались? Да сюда гадят, а ты когда они убирались? Никогда. Ой. Здравствуйте. Неприятно познакомиться. О! Кусачки. Хм. Там повешенные все. Твою мать. Этот голос. Опять этот голос. Голос? Какой голос, Белла? Прими же кровь мою, повешенный король. Смерть от петли блаженна, как жертва за грехи. Не надо, нет, не надо, нет, нет, нет. Белла, Белла. Ее же вытащили, она жива. Белла, а вам лучше? Задыхаюсь, словно на шее петля. Он ее типа тоже повесил. Фу, блядь, страшно. Я вишу, вокруг ничего. Мои ноги болтаются, дергаются. Оно поглотит, поработит меня. Белла, здесь вы в полной безопасности. Обещаю, вам никто не навредит. Итак, продолжим. Что случилось потом? Все казалось куда хуже, чем мы ожидали. Я понимала, что нужно связаться с фондом. Я смогла найти телефон и вызвать подмогу. Как? Hello? Are you hear me? Это Воробей, номер 09868, вызываю Орла. Я на станции Пони на 7-м этаже, все оказалось хуже, чем мы предполагали. Мне нужно подкрепление. Белла, вы уверены, что это случилось на самом деле? В смысле? Конечно, уверена. Ну же, Белла, сосредоточьтесь. Я сосредоточен. Что вы хотите сказать? Белла, вы никому не звонили. Конечно, я... Что? Я... Типа... Станция Пони была полностью отключена. Никакого контакта с внешним миром. Позвонить по телефону? Вы не могли это сделать. Да ладно. Но я... Я же видела. Она стала манекеном. Ох ты, привет. Что ты видела, Белла? Расскажи нам. Ах, твою мать. О, здравствуйте. Погоди, мне сваливать от него надо или чё? Чё, давай, 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 долби, 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 долби. Беги. Куда бежать? В смысле? Отпусти, пусти меня, пёс. Чего? Чего происходит? Какой нахер? Эй, пусти, пусти. В смысле? Это что за говно? Пробегай, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай, давай. Ты можешь. Пожалуйста, беги вперед. Дверь закрывается, давай. Давай, успеешь. Успели, успели, успели. Фу. Твою мать. Черт, про такой орел не говорил. Вот скотина. Серьезно? Серьезно?
погоди мне. Я... Подожди. Требуется электричество. Окей. Сюда можно пролезть? Воспроизвести кровище. Мы эвакуируемся. Проклятие. После представления все с ума посходили. Они одни повесились, другие взбесились, перебили друг друга. Еще это проклятое белое чудище. Это все из-за пьесы, которую они принесли, иначе быть и не могло. Во всем, что произошло, виноват Купер. Купер и его команда. Блин, не ори так, дурак. Это последняя запись эксперимента гидроэлектростанции будет законсервирована, и мой эксперимент, естественно, тоже. Так, отчет по эксперименту. Блин, я не хочу это все читать. Данный эксперимент проводился над несколькими объектами одновременно. Главной целью являлось изучение процесса искажения реальности. Руководил экспериментом доктор Джордж Томпсон. Проект длился 5 суток. В течение первых 3 суток прошли 2 теста Роршаха. Кроме того, 3 сотрудника уровня Д, находящиеся под воздействием, прошли сеанс гипноза 3 уровня. В течение короткого промежутка времени подопытные обнаруживали разную степень состояния погружения. Так, где она? Потерял погружение. На 4 сутки утверждали, что находятся в деревянном лесу. Деревья здесь в основном секвойя и сосна карибская. В тот же день уровень юма окружающей среды снизился до 37. На 5 сутки описанная сцена начала вторгаться в реальность, в результате чего исходное место эксперимента и 6 подопытных пропали без вести. Проект был вынуждены приостановить. Никаких дальнейших отчетов по расследованию, касающихся этой области, нет. Доктор Томпсон считает, что на эксперимент в первую очередь повлияли эффекты искажения реальности, SCP. Поэтому SCP, официальный код, не присвоен. Можно считать его творением. Подробные данные о проведенном эксперименте можно найти во внутреннем документе зона 105. Мозг. По-русски, смотри, написано. РД-71. Надо запомнить. А как мне электричество включить? Простите. РД-71. Возможно, стоит это запомнить, а возможно, нет. Так, скорее всего, электричество включается где-то здесь. Нет, нихера. А куда мне теперь идти тогда? Погоди, я не понимаю теперь. А, вот это нужно электричество. А электричества-то нет. А как мне его запустить-то? Эй. Блядь, там опять эти засранцы. Мы уже неделю работаем с текстами, и участники провели небольшие репетиции, как описано выше. Но меня кое-что смущает, они постоянно путают слова все в группе. Я пытался их поправлять, но они уверены, что в тексте так написано. Не считая этого небольшого недоразумения, все прошло хорошо. Я с нетерпением жду первой полноценной репетиции в зале 705, она состоится послезавтра. И тогда все увидят, на что способен SCP-701. Пусть помнят, что это я раскрыл его потенциал, Тайлер Купер. Это так волнительно. Репетиция, пьеса. Что случилось во время эксперимента SCP-701? О! Так, здесь что-то есть вкусненькое покушать? Перекус какой-нибудь, это что? О, свет включился. Фух. Интересно, будет продолжаться так же страшно или нет? Фрагмент инцидента 27 апреля. 5 студентов стали участниками коллективного инцидента в драматическом кружке Кливлендского института. Короче, опять все побили друг друга. Окей, давай посмотрим здесь что. Исследование официально начнется завтра. В целях предотвращения утечки секретной информации все средства видеонаблюдения демонтированы. Внешний канал передачи сигналов заблокированы. Зона продолжит работу в замкнутом цикле. Понятно, короче, все, что здесь происходило, было неведомо никому. Я так и думал. Собственно... Блять. Да не надо. Не надо. Страшно же. До жопы страшно. Чё делаете-то? Что за долбитесь-то? Зачем? Чё вы долбитесь? А можно закрыть? Блин, я ещё и открыл её. Открыл эту сраную дверь. Телевизоры, кстати. А здесь ничего интересного нет, здесь только вот эти штуки всякие. Угу. Понятно, ничего интересного. Лестница. А, смотри, они меня типа приглашают, типа иди туда, давай. Типа давай, проходи. Не стесняйся, только, сука, не двигайся, пожалуйста. Так, мурашки побежали по жопе. По ногам, по жопе, по рукам.
Пошел ты. Говно собачье. Аду, иди сюда, ублюдок, бать твою. О, понятно. Понятно, здесь просто психопаты какие-то живут. Так. Манекены. Куча просто манекенов, которые падают от того, как я к ним подхожу. Ладно, давай посмотрим, что здесь. Здесь, скорее всего, что-то полезное. Так, как действующие лица, я понял. Я понял. Карточка. Бери! Блин, могла бы взять карточку, можно было бы не возвращаться лишний раз. Скорее всего, придется вернуться за этой карточкой. Так, здесь что-то есть, здесь просто манекены, которых мы можем просто уронить. Они встают? Подожди, они... Они встают! Смотри, они встают! Прикинь? Почему кажется, что все они движутся в одно и то же место? Потому что они движутся реально в одно и то же место. Логично? Логично. Логично. 705. Тестовая лаборатория. Ну, давай. Давай, мы же, блядь, отважная женщина. О. Черный ящик. Где? Ага. Охренеть, как прикольно. Черный ящик. Берем. Черный ящик со станции Пони содержит ценные сведения, зашифрованные техническим отделом по форме СИД-2. Подлежит расшифровке в других зонах. То есть я взял черный ящик, и мне так дружелюбненько взяли, открыли дверь на лестницу. Да? И причем мы спускаемся вниз. Если бы мы поднимались наверх, было бы совершенно все иначе. Так, серия, кстати, затягивает 48-42 минуты уже. Хотя где-то там у меня был кусочек, который я должен буду вырезать. Это что такое? Самодельная кукла. Качественная кукла ручной работы. Надпись на бирке SCP-049. Прикольно. А мне эта кукла как-то пригодится? SCP-049. Погоди, а давай загуглим. SCP-049. Давай так. Стой. SCP-049, чумной доктор. Понятно. Ну, я, в принципе, не думал, что это кукла. Хотя я думал, что это... Блядь, сука. Сколько еще таких моментов будет? Что у вас здесь происходит? Фух, не страшно. Не, не страшно, на самом деле, вообще не страшно. Все, вот и лифт. Осталось только подняться наверх. Вот, пожалуйста. Вот эта сцена, которую нам показывали изначально, что типа мы типа едем с черным ящиком и едем куда-то наверх. Интересно. Интересно. И куда же мы ехали? Смотри, черный ящик в руках. Все хорошо. Все? Это, похоже, все. Белла, нам очень важно, чтобы вы сказали нам правду. В каком смысле? Это и есть правда. Я выполнила задание. Я забрала черный ящик со станции Пони. Похоже, когнитивные угрозы сильно повлияли на нее. О чем вы? Со мной все хорошо. Белла, когда мы вас нашли, черного ящика при вас не было. Это невозможно, я уверена. Я знаю, что он у меня был. В аварийном лифте. А никакого аварийного лифта нет. Ха-ха, в своем рассказе нестыковка. Не может быть, это просто невозможно. Посмотрите на меня, Белла, постарайтесь сосредоточиться. Что случилось на самом деле? Что случилось на самом деле? Белла, подумайте как следует. Подумайте как следует. Think careful. Yes. Я... Бах. И манекенов никаких не было. Это глюны были, прикинь.
Что это? Где черный ящик? Прикинь, манекенов не было никаких. Ура! Мы отмечаем эту победу лучшим вином. Обалдеть. Это был он, жестокий узурпатор, что короля совершил убийство. Кто короля совершил убийство? Я ваш король, позвольте мне уйти, я прошу вам прогрешения. Пусть голову свою отдаст. О, убить его, предатель подлый. Ты короны не достой. Она превратилась на какой-то... в какой-то момент. Опа. Охренеть. Смотри. Серьезно? Вот так вот? И что, мне отдадут эту штуку, нет? Проверить. Только не снова, да? А чё, куда бить? Сука, а чё делать-то с тобой? Псина! Если вас атакует что-то неизвестное, лучше бежать. Я понял. Ну, как бы я понял, что лучше бежать. Ёб твою мать! Куда бежать-то? Бежать-то куда? Бежать-то куда? Давайте же поднимем вверх бокалы. В смысле? В смысле? В смысле? Угу! Пошел нахер! Пошел нахер! Пошел нахер! Пошел нахер! Давай, 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 давай! Лестница! Беги, беги, беги! А чё, подожди! Пока не узнаем, что на самом деле послужило причиной, чего? Чего? Это что такое? Это пьеса, представление, и вся станция пони в руинах. Одно представление, и вся станция пони в руинах. Ёб твою мать, это что такое? Так, здесь нету SCP-049. А здесь стало много манекенов. Погоди. И они все дерутся. Смотри, я могу просто мимо них проходить. А, и они меня выводят отсюда. Опять эти манекены. Куда они смотрят? Куда они смотрят? Они, наверное, смотрят в сторону выхода. Я больше не хочу читать эти сраные записки. Насрать, даже если я их не собрал. Ой, я уже усрался, на самом деле, от этой игры. Немножко страшно. Так, и они все... они все ведут меня к выходу. Да и хрен с ним, пошли к выходу скорее, пожалуйста. Пожалуйста, выпустите меня, я хочу домой. Я не хочу больше здесь находиться. Страшно. Ёперный театр. Твою же мать. Твои же макароны. Срань господня. Похоже, это и есть конец их представления. А это ведь трагедия о повешенном короле. А это все люди. Это не манекены. А это, видимо, висит для меня штука, да? И типа, чё, ты мне предлагаешь повеситься? А нахер бы тебе не пойти? А я же могу, может быть, что-то сделать? Типа... прими же кровь мою. Повешенный король, смерть от петли, блаженна, как жертва за грехи. А можно свалить? Что за... что происходит? Реально, что происходит? Ух ты! Прикол. Хоть! Пусть голову свою отдаст и кровью смоет злодеяние. А... убить его? Предатель подлый, ты короны недостоин. Так моргает. Что происходит? Так, окей. Еще одна черного когнитивная угроза. Надо выбираться отсюда. Ах, а могу я... а, у меня даже фонарика нет, представляешь? Вот в этом состоянии. Скорее всего, мне надо обходить огонь. Кровь дураков принадлежит повешенному королю. А чё такое? В смысле? Хоть вынь ножик и дай ей врежек. Чё? Погоди.
погоди, пошли быстрее, давай свалим. И все дерутся, смотри, у всех какая-то драка. Я не могу бежать быстрее. Вся наша кровь принадлежит повешенному королю. Жесть. Вот это сейчас на меня нападет. Видишь, вот эта вот крыса стоит, которая бочком. Обалдеть. Давай, бей ее. Хац. Ломай ей голову просто. Ей просто можно оторвать башку. А можно было просто оторвать башку. Пойдем. Все, наверное, уже не должно никого быть. Никого не вижу по бокам. Очень ярко. О! Что за наркомания? Происходит. Серьезно, происходит какая-то прям наркомания. И за этой дверью? Да твою мать! Это еще не все, что ли? Это еще не все. Сейчас меня казнить, что ли, будут? Ага, это мне надо ножом пырнуть, значит, этого чувака, да? Типа, я палач. Прими же кровь мою, повешенный король. Или я себя пырну сейчас? Ну, как бы игра не оставляет мне выбора. Служу своему королю. Своей кровью я служу королю, говорит. Ну давай, 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 ладно. Ху! Он развоплотился и обосрался. Смотри, кусок говна выпал просто. Все? Ее состояние нестабильно. Я только что вколол ей снотворное, сейчас ей нужен покой. Спасибо, доктор. Ну что, пошли. Что? Мы еще не нашли черный ящик. Ты все еще не понял? Не понял что? Ты о чем? Черный ящик — просто средство регистрации правды. И черный ящик — это не всегда ящик черного цвета. А, так она была черным ящиком. По паре пива нам тут больше делать нечего. Охренеть. Представляешь, они просто взяли ее, так использовали, как черный ящик. Прими же кровь мою, повешенный король. Смерть от петли блаженна, как жертва за грехи. Приколдес. Черный ящик помещен в зону 105 для дальнейшего расследования. Выше представлен полный список, полный протокол расследования. Так, вы введите данные из отчета о расследовании в нужную файловую систему. Метод работы. Нажмите на текст, после активируется эффект. Нажмите левую кнопку в области файла, чтобы освободить данные. Так. Трагедия о повешенном короле. Пьеса в 5 актах. Трагедия о месте. А что, мне надо что-то выбрать, что ли? Это действительно важный вопрос, сэр, но согласно нашему расследованию по делу Беллы, эти данные больше не считаются исследованием. Черный ящик — единственный надежный источник, содержащий все данные исследования. Он является уникальной полной базой данных по SCP. Типичный пример инцидента произошел. Бла-бла, постановочного эксперимента. Исследованием проекта в тот момент руководил Тайлер согласно протоколам исследования SCP. Представляет собой эволюционирующий миметический вирус, который неизвестным образом передается через тексты пьесы. Станция Пони в настоящий момент полностью изолирована. Архивные документы
А, погоди, мне их просто надо это, да? Просто надо присобачить? Все, я понял, мне просто их все надо было в эту соединить и все, и отправить. Я понял, все, отлично, отправляем. Ну что ж, ребятки, на этом я предлагаю данный эпизод закончить, он затянулся. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, комментировать, оставлять ваши лайки. Всем спасибо и всем пока-пока.